за всю свою карьеру я, по-моему, 3 или 4 раза играл левого защитника. Это довольно непросто. Комфортнее всего мне играется на позиции опорного полузащитника. Я левша, но мне не совсем удобно играть левого защитника. Но желание играть в футбол сильнее, поэтому не так важно, на какую позицию я выхожу. Я всегда готов выйти на поле, жду, когда тренер даст мне шанс. Вот тогда я сделаю все, чтобы показать свою хорошую игру. Вчера мы были настроены только на победу. Слава богу, что все сложилось удачно. Мы хорошо сыграли и забили важные голы. Сейчас об этой игре мы уже не помним и готовимся ко встрече с Анжи. Дай бог выиграем у махачкалинской команды и чуть-чуть поднимемся в турнирной таблице.